Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас расскажу, как перевести деньги с биткоин кошелька, с биткоина, вот, на любую банковскую карту. Итак, есть такой отличный мониторинг обменников BestChange. Ссылку на эту страницу я оставлю под этим видео в описании. Итак, давайте теперь расскажу. Вот здесь есть две таблички, отдаете и получаете. Вот слева выбираете, что вы хотите отдать, справа выбираете, что вы хотите взять. Вот слева, ну, выбираем биткоин, то, что нас интересует. Справа выбираем, ниже вот идем. Здесь есть сбербанковский, альфа-банковский, то есть все, что захотите. Но если здесь нет вашего банка, если вы житель Украины, вот есть приватбанк, то есть Ощадбанк. Ну вот, но если вы хотите перевести на какой-то другой банк, которого вы здесь не видите, то вы можете выбрать любую визу MasterCard Россия или виза MasterCard Украина. Ну давайте виза MasterCard Россия выберем, то есть мы видим перед нами куча обменников появилась, где вы за один биткоин получаете 27 243 рубля. Ну давайте выберем любой обменник, как мы видим, тот, который повыше, он более выгоден, тот, который пониже, не так выгоден. Так, что-то не так пошло у нас. Давайте еще раз попробуем. Опять что-то не так. Ладно, давайте другой обменник попробуем. Наверное, какие-то работы ведутся на этом обменнике. Вот. Мы можем выбирать абсолютно любой обменник, который здесь есть. Вот. Ну, тот, который, повторюсь, повыше, он более, конечно, выгоден. Ну, вот, как мы видим, выбралось биткоин. Вот. А справа выбираем туда, куда мы хотим получить. Ну, в нашем случае, MasterCard. Ну и вводим. Можно вводить от 2 до 50 биткоинов. То есть, ну давайте введем 2. Вот, сюда вы вводите свой биткоин адрес. Так, здравствуйте. Вы, нет, вы ничем нам не можете помочь. Вот, здесь вводите свой адрес. Вот, здесь вам пишут, сколько вы получаете за 2 биткоина. 54 тысячи. Ну что странно, а что, один биткоин нельзя поменять? Не, гляньте, здесь только от 2 биткоинов можно менять. Вот, 54 394. Вот, номер карты вводите и так далее. Нажимайте продолжить. Но мне не нравится, что аж от 2 биткоинов. Это что-то они переборщили. Неужели нет другого кого-нибудь? Ну, можете выбрать другой, любой. Давайте X-Money попробуем. Я этот обменник знаю. Здесь, я думаю, не будет таких заоблачных. Вот. Может, здесь можно... А если, допустим, от 0.1? Вот, здесь уже поприятнее. Как мы видим, минимальная 0.05. Вот, выбираем 0.05. И это всего у нас получается... 1350 рублей мы получим. То есть, ну, 0.05, я думаю, биткоину это, ну, если вы где-то его зарабатываете, то это без проблем можно заработать. Вот, вы получите 1350 на карту. Вот, email свой ведете и вводите. Так, а где ваш... Так, в общем-то, вводите здесь на какую карту, вводите email и, ага, нажимаете обменять. Потом вам просто, почему вы не вводите здесь свой адрес биткоин, вы просто потом зайдете в свой биткоин, вам придет, должен, вам дадут здесь счет, на который вам нужно будет выслать деньги просто с биткоина. Вы заходите в свой биткоин, вам высылают счет туда и вы переводите... Обычное дело, в принципе, на тот счет деньги. Потом вы сюда пересылаете чек. И все. И вам сразу поступают деньги на вашу карточку. Вот. Неважно. Это я российскую выбрал. Вы можете и украинскую выбрать, допустим. Ну, не в этом обменнике. В этом обменнике нет, только российская. Вот. Здесь нажмете, если вы житель Украины.
то здесь можете нажать, ну, допустим, можете сразу на приватбанковскую, если у вас любой другой банк, то нажимаете юань, то есть на украинский. Ну, за один биткоин 9600 гривен. Вот, выбираете. Здесь любой обменник. Ну, в принципе, все то же самое, что тут объяснять. В принципе. Ну, на этом все. Счастья вам, здоровья, всего доброго.